Ребята, сыграем? Это очень необычная игра. О, игры с потусторонним. С помощью этой игры мы можем общаться с духами. Она вызывает как светлые, так и темные силы. Загадай мысли на свое желание. И игра исполнит его. Этот знак объединяет миры. Но остерегайся темных желаний, ибо можешь впустить в мир что-то зловещее. И оно поработит твой разум. Все мои друзья мертвы. Возможно, их убила я. Помоги мне найти твоего убийцу. Все сходят с ума и одержимы чем-то зловещим. Повсюду убийство и самоубийство. У людей много темных мыслей. И ими кто-то управляет. Копайте глубже. Этот хаос начался после странного случая. Мисс Фишер, если всему причиной этот дух, то как его остановить? Понять, откуда он и чего хочет. Я нашла эту игру. А ну отпусти ее! Порядок. Он охотится за тобой. Это дух серийного убийцы, маньяка. И где он может прятаться? В каждом, даже в тебе. Это чушь! Не дай злу. Я исполню твое желание. Подчинить свой разум. Потусторонние. В кино с 10 марта.